Все, брат, понял, красиво объяснил, красиво рассказал. Так что, брат, все понял от души. Лучше, братуха, скажи, что там, как день города прошел? Что такое фееричного, что было в этом городе нашем? Братуха, еще раз салам алейкум. Вот она кофе, брат. Вот она елка, брат. Вот такая вот атмосфера. Вот и KFC. Вот как-то так. Вот такая вот декабрьская погода, братуха. Савеловский рынок. И вот такие вот движения. Кстати, зашел на Савеловский рынок. Ну ты, наверное, слышал, что такое Савеловский рынок. Это, короче, суета-суета. Плюс компьютеры, телефоны, оргтехника, короче, брат. Все подряд. Все продают, покупают, короче. Сейчас я тебе покажу немножко, как это выглядит глазами обывателя. Вот она, вот она, вот это Савеловский рынок, брат. А есть? И вот так, короче, ряды, ряды, вот так вот. Полный. И вот она пошла вдоль, до конца, вон туда, все вот эти, короче. Твои конкуренты, братуха. Вот они. Вот, видишь, братуха, есть все, короче, здесь. И вот такие вот, ну, огромные, короче, здесь чехлы, телефоны. Ну, это я в телефонном ряду. А так там компьютерные есть еще, одежда. Короче, вот такая суета здесь, брат. Не туда, короче, вдоль. Далеко-далеко можно уйти. Набрать здесь. Набрать, что хочешь, короче. Такая вот. Китайские телефоны всякие. Айфоны, не айфоны, все подряд. Аксессуары. Вот она. Apple. Что-то закрылись пока. Часы. Сейчас время такое уже. Вечер уже. Кто-то закрывается, кто-то открывается. Сейчас потихоньку иду к выходу. А так если развернуться, тут можно километр пройти, наверное. Вот они. Это уже побольше, короче. Вот ноутбуки здесь. Чехлы. Вот такая вот суета, братуха. Тут по делам, короче, заезжал и по дороге. Решил, короче, срезать чуть-чуть. Вот такие вот. Один Кавказ, короче. Кавказ и Азия здесь. Короче, такая тема. И вот тут шпаришь, короче. Кабеля, зарядки, провода. То, что думаешь, что нигде, наверное, уже нету, наверное, уже все давно закончилось, тут еще можно, короче, найти, брат. Вот ты прикинь, какая здесь площадка. Это только один ряд, а здесь их, по-моему, 4 или 5, что ли. Так вот, брат. Ремонт, покупка, продажа, все здесь есть. Короче, брат, видишь, сколько конкуренция бешеная. Я вот всегда удивлялся, как они продают вот это все. Тут аренды бешеные, считай, все почти одно и то же, как у всех. И они все друг на друге, короче, сидят. Но, что самое интересное, никто, брат, не закрывается, прикинь. Такая вот суета, брат.
Мои мысли, братуха, твои скакуны, брат. Короче, эксклюзивное видео тебе, братуха. Красные, желтые, блядь, и зеленые сейчас, уверен я. Не работает, походу. Не работает, как обычно, блядь. Вот так вот, братуха, видишь, у тебя там спокойнее. У меня, видишь, какая суета, двигаемся. И вот так вот, брат, каждый день. Ты прикинь, какой поток людей здесь, постоянно. Вот так вот, братуха. Будни, будни, брат. Все куда-то ломятся. Бегут, 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 и мы бежим, да, брат? А, я думал, Алла Пугачева все-таки приедет. Оказывается, Алла Пугачева, Борисовна не доехала до туда. Борисовна, значит, со своим супругом Борисом Галкиным, или как его там зовут, не доехали, да, до туда. А то я отсюда думал, они уехали, что ли, приехали, хотел уж посмотреть там пойти. Оказывается, отменили, да, брат? Ну ничего, сейчас что-нибудь, варианты будут. Газманова туда сунем, Газманова, брат. Исаул, брат, Исаул. Исаул, там, что-то не помню, Исаул помню. Эта тема жесть, брат, только ЕСАУ. Это же после этого же пошло слово вот это у нас САУ там жесть, ай САУ, короче. Это вот ЕСАУ, братуха. Это Газманов, видишь, свою лепту такой обширный язык внес там в кумыкский там. Кумыки, да, в основном, по-моему, говорят там ай САУ БОЛ там. Элизеде, ЕСАУ, ай САУ, короче, вот такая тема, брат. Здесь наверху, как говорится, Буйнакский. Российская деревня, как говорится. Ну, нам тоже есть что показать, брат, Москве и москвичам. Нам, братуха, есть многое, что показать, есть многое, что сказать, многое, чему научить. Так что, брат, мы за вами наблюдаем. Братуха, салам алейкум. Смотри, какой дерзкий бугай вышел на улицу, короче. Смотрит, короче, кого где урвать, короче. 30 декабря, думает, наверное, сейчас что-нибудь подгонит. И все вот так вот мимо ходят. Сам как, брат? Доброе утро. Салам алейкум. Че нового, че старого, брат? Не, братуха, хотел взять же, бой, думал взять, не взять. Потом смотрю вот эти, короче, всякие там огни, мимо огни. Мне оно показалось, что вот этот... Тюнинг такой, знаешь, детский. А так вот эти вот огоньки, маганьки, знаешь, будут портить, брат, мою брутальность, ты же знаешь. Какая грязь, короче, братан. Братуха, у нас, видишь, какая погода? Вот, снег вовсю валит, брат. Вот такая вот погода, братан. Вот такая вот погодка. Это бешеная вещь, брат. Это бешеная вещь. Я знаю этого зверька. Просто это... Он, бля, такой даже голой комплектации стоит, бля, наверное, как Лексусы, как Джиэлы, бля. Примерно, да, так. Ну, грубо, да, я грубо пример привел. Но очень недешевые вещи. Недешевый аппарат. Видишь, этот, блядь, выхлоп, блядь. Он до него он может под водой просто передвигаться. И лебедка, и что хочешь. Стоит и оправдывает он свои бабки. Это просто каша. Это игрушка, блядь, для мажоров, как говорится.
Ты-то, брат, тянешь на такую тему. Мне, братуха, честно говоря, пока она как бы в желаниях. В мечте тоже я не сказал бы, что она у меня в мечте. Но в моих желаниях она есть. Я буду двигаться, брат, в этом направлении.